Краевой патриотический центр появится на базе Сибирского федерального университета. Его создание обсудили на Совете по развитию вуза. Такой патриотический центр будет притягивать и объединять молодежь. Ведь здесь предложат занятия по начальной военной подготовке и гражданскому воспитанию. Молодежь будут вовлекать и делать активными участниками политической жизни. Еще один важный вопрос, который подняли на Совете – научно-технологическое развитие региона. Его концепцию университет разработал еще в прошлом году и уже сегодня одним из первых участвует в госпрограмме поддержки науки и технологий. Части университета в научно-технологическом развитии, что является сейчас особенно актуальным в связи с тем, что Россия должна опираться все в большей мере на собственные силы, а это означает наш потенциал взаимодействия науки, образования и бизнеса. И есть отдельный проект, который мы считаем важным для края в целом, это создание краевого патриотического центра на площадке университета.